Новая партия автомобилей скорой помощи поступила в Орловский регион. На следующей неделе более 20 машин будут распределены между медицинскими организациями. Об этом шла речь на заседании регионального оперативного штаба. Среди тем обсуждения – предстоящая вакцинация. В нашу область поступит 137 тысяч доз вакцины против гриппа. Департамент здравоохранения начал распределять вакцину между медицинскими организациями. В целом же ситуация с коронавирусом в регионе стабильная. Подводя итоги совещания, заявил Андрей Клычков. Мы сейчас по коэффициенту проводимых тестирований в два раза уже больше проводим, чем мы проводили весной в пиковые значения распространения коронавирусной инфекции, что позволяет выявлять большее количество людей, имеющих симптоматику коронавируса. При этом у нас достаточные запасы свободного коечного фонда и накопленный опыт работы медицинских организаций позволяет говорить в целом о контроле всех происходящих процессов. Хотя совершенно очевидно, что наступившее 1 сентября несет дополнительные риски. Это начало учебы и в средних образовательных организациях, высших организациях и дошкольных. Губернатор поручил усилить контроль за ношением масок в городе. Зачастую нарушения происходят у нас и в общественном транспорте, где сейчас с увеличением потока, пассажиропотока большое количество людей находится, поэтому необходимо предпринимать уже более жесткие меры. При этом мы понимаем, что нарушителями являются наши граждане, наши жители. И помимо водителя, чаще всего видишь, что в тех же автобусах значительная часть людей без масок. При этом я совершенно точно понимаю, что маска у каждого в кармане есть, но ее не одевают. Поэтому принято решение подготовить поручение о том, чтобы усилить меры контроля, меры выявления нарушителей и при необходимости принятия мер ответственности.